Здравствуйте, меня зовут Илья Цимбалист, и в этом видео я хочу выразить свою огроменную благодарность Алексу Овенго за его тренинг, турнир по вебинарам. Я проходил его первый раз, то есть до этого я даже не подозревал, что там в нем, как это организовано. И я проходил его с какими-то уже своими первоначальными ресурсами. То есть у меня изначально ниша обучения контекстной рекламе. И я совсем недавно, учитывая свой опыт в интернет-продажах, начал также копать нишу интернет-маркетинга. То есть обучать людей упаковке и продаже своих знаний через интернет. И, собственно, вот именно проект на тему создание своего инфобизнеса я и продвигал в рамках турнира по вебинарам. То есть понятно, что задача турнира — помочь участникам именно заработать деньги. Да, для многих это происходит с полного нуля. И оно реально происходит, вы увидите другие отзывы. Хочу вам сказать пару вступительных слов о том, как я принимал решение на этот тренинг пойти. У меня много текущих дел, много параллельно проектов. И то есть я как-то не очень был уверен, а стоит ли это делать, а нужно ли мне. Я просто, откровенно говоря, увидел в отзывах несколько знакомых мне ребят. Меня впечатлило, какие результаты они получили. То есть, можно сказать, буквально с нуля. Да, и, соответственно, я пошел в этот тренинг просто, чтобы заработать денег, да, под руководством профессионала. И также, ну, мне вообще интересно постоянно себя вбрасывать в какие-то вот мероприятия, когда тебя ведут, да. То есть такая не самоорганизация, а такая вынужденная организация получается своей работы. То есть грешен я, расслабляюсь частенько, и отлично уже для себя понял, давно осознал, что вот соприкоснись с человеком, который уже эти шаги прошел, сделай так, чтобы он тебя проводил по этому пути, и это будет самый оптимальный и скоростной вариант развития. В общем, я участвовал в про-блоке турнира по вебинарам. У меня первый раз, когда я выбирал, пойти туда, не пойти, был вариант принять участие за 15 тысяч рублей. Я его пропустил, и в тот момент, когда тренинг стал стоить уже не 15, а 30 тысяч рублей, вот тогда я и принял решение. Да, то есть заплатил в два раза больше. То есть не принял решение мгновенно. Соответственно, сразу же забегая вперед, скажу, что мой доход от применения техник и от получения обратной связи, да, в ходе участия в тренинге составил 250 тысяч рублей. Получается, что с не очень большой базой подписчиков, да, учитывая, что у меня по контекстной рекламе было примерно 9 тысяч человек. То есть это люди, они ко мне пришли не по теме, да, как создать бизнес в интернет. Они с помощью контекстной рекламы что-то хотели рекламировать. Далеко не каждый из них хотел рекламировать именно свой информационный продукт. И то есть буквально в рамках этого турнира я набрал порядка 3000 человек в свою подписную базу. И вот получается, основные продажи, они были именно от этих людей. Да, если они пришли по теме инфобизнеса, и я им, соответственно, продавал по теме инфобизнеса. Это насчет вот принятия решения. Да, вот даже если вы там в самом конце вместо 15 тысяч покупаете его за 30, вот, тем не менее вы зарабатываете 250. Это мой пример. Да, другие примеры вы увидите на этой странице. Там есть просто вообще феноменальные результаты и при отсутствии каких-то начальных ресурсов. У меня ресурсы были. То есть у меня вот навыки, в частности технические, они прокачаны очень сильно. Так,
Что я получил на этом турнире, кроме денег? Дело в том, что вот я участвовал в проблоке, я получал отдельные задания, да, то есть помимо того, что я выполнял задания базового блока, я еще делал очень интересные вещи. Алекс именно вот такие ключевые моменты вот психологического плана, которые сложно очень преодолеть бывает многим инфобизнесменам, он их дал задание сделать. В частности, лично для меня было очень некомфортным решением нанять сотрудника, да, который будет помогать в бизнесе. Я не понимал, как платить, я не понимал, а вот если я ему заплачу, не окажется ли, что без него-то было лучше и выгоднее по деньгам. Я это сделал. У меня сейчас есть человек, который сопровождает моих клиентов по телефону. То есть там не только звонок и уточнение, почему ваш заказ не оплачен, может быть какие-то проблемы, давайте я вам помогу. Там еще и продажи по телефону человек осуществляет. Где я его нашел? Да элементарно, просто в своей подписной базе. У меня было очень много заявок, и вот буквально четвертый мой звонок, он на удивление вывел меня на просто потрясающую девушку, с которой мы сейчас работаем. Дальше. Я делегировал ответы на почту, да, на службу поддержки. Просто невероятно, сколько высвобождается времени, когда ты перестаешь сам отслеживать счета и когда ты перестаешь сам отвечать на почту. Я это миллион раз слышал, но когда это на себе ощутил, даже вот в течение дня возникает какой-то вакуум и дополнительное желание расслабиться, потому что, ну, как бы звонить не надо. На почту отвечать вот, в плане поддержки не надо, только если что-то требующее моего участия. Шикарно, то есть это огромный прорыв. Я бы вот просто за то, чтобы меня кто-то заставил внедрить вот это в свой бизнес, да, делегировать и договориться с двумя сотрудниками, я бы за это заплатил не 30, а 50 тысяч рублей. Да, вот зачастую. Наверное, хорошо, что я вместо 15 принял участие за 30. Потому что для меня участие и какое-то движение, оно ощущалось как более ценное. Я заплатил за это деньги, теперь я действую. Если я заплатил за это 1000 рублей, я бы мог про это вообще завтра забыть. Так, далее. Что такое тренинг? Да? И как вы должны себя чувствовать, когда вы находитесь в тренинге, когда вы качественно работаете? Это такая вещь трансформационная. У вас не было раньше результатов до тренинга, потому что вы не делали какие-то вещи, да, которые вам в нем дают. И вы не делали их в том ритме, в котором вам их предлагают сделать. Соответственно, у меня первая неделя я себя ощущал в постоянном стрессе. Просто вот интересный такой момент приведу. Я не знаю, может быть, для кого-то даже это будет вот точкой принятия решения, да, поучаствовать в турнире по вебинарам Алекса. Я месяцок бегал по утрам, и у меня было намерение постройнеть. Ну, может быть, 500 грамм я там сбросил, да, за счет этого. Когда я пришел на тренинг к Алексу, за первые 8 дней, то есть я пришел домой, прогулялся по квартире в неглиже, жена говорит: так, что-то я не поняла. Что-то какой-то тощой стал, ну-ка встань. Я встаю на весы, минус 6 килограмм, да. Причем это, вот этот стресс, он как бы в целом он полезный, да. То есть вам плохо в определенные моменты, вы прокачиваете в себе вот, моменты дискомфорта, да. Вы через это проходите, вы выходите на совершенно новый уровень. Вам уже становится комфортно, но просто выше. Да? И это не тот стресс, когда вас там кто-то подавляет. То есть это вы сами себе устраиваете полностью осознанно. И на выходе вы получаете очень много. Я себя физически лучше чувствую. И вообще я очень рад, что все это дело я прошел. Так. Ну и обратная связь. Конечно, вот обратная связь. Когда вам дает обратную связь профессионал по вашему домашнему заданию, вот вы выложили отчет, он смотрит и вот попадает сразу в точку всегда, да, то есть он не рассуждает, ну, может быть, вот так, он говорит, вот улучшить можно следующим образом, здесь, здесь
здесь сделать вот это и вот это. Это просто потрясающе. А когда слушаешь, когда с какой легкостью человек это делает, оценивает и дает рекомендацию, иногда возникает впечатление, что он безответственно относится к работе. Да, и он как бы так вот играючи, нехотя, ну ладно, надо же вроде как. Нет, нифига подобного. Если есть у вас такое впечатление, то оно обманчивое. То есть по результатам от внедрения рекомендаций Алекса, там сразу же становится все по-другому. Еще очень интересный момент. То есть я в рамках тренинга прокачивал свой навык продаж по телефону. Да, сейчас у меня этим занимается человек. Но я сам, выполняя задания, то есть вот делал такой шаг. И я намного лучше стал понимать своих клиентов. Я со многими из них пообщался персонально. И в итоге, то есть я добился такого ощущения, когда человеку звонишь, в конце разговора осуществляется допродажа, еще к тому, что он предварительно заказал. И при этом оба счастливы. Я доволен, он доволен, что я проконсультировал и показал ему, что именно из моего каталога ему сейчас больше подойдет. Да, естественно, при этом цена заказа всегда она становится больше исходной в обязательном порядке. В общем, сама по себе идея участия в тренинге тотального, выполняя всех заданий, это классно. Идея поучаствовать в тренинге Алекса Айвенга, это просто вот феноменальная перспектива для любого человека. Даже обращаю внимание, что вот у него участие, оно возможно даже для новичков. Есть сейчас в распоряжении Алекса отличная IT-платформа, которая вот эти вот все технические моменты, которые зачастую за 3 недели нереально освоить, она просто это дело закрывает. И это все получаете как участник бесплатно. В общем, еще раз выражаю огромную благодарность и признательность. И искренне рекомендую каждому, кто сейчас думает, сомневается, возможно, уже находится вот, на довольно-таки продвинутом уровне в инфобизнесе, но хочет прокачать что-то в себе и просто даже тупо заработать денег. Посмотрите. Посмотрите, какие суммы вот, в отзывах выше, ниже моего зарабатывают участники вебинара. На этом я завершаю свой видеоотзыв. Большое, Алекс, тебе спасибо. И еще раз искренняя рекомендация каждому хотя бы один раз в жизни пройти через этот тренинг, причем тотально. С вами был Илья Цимбалист. Благодарю вас за внимание.